Привет! Что вы читаете? Сегодня дежурный по чтению я, Айзятова Гузалия. Дмитрий Быков. Писатель, журналист, политик. Обладатель ряда престижных премий, таких как «Большая книга», «Национальный бестселлер», «Бронзовая улитка». Роман «Июнь» — это новинка книжного фонда «Дворца книги». Он стал лауреатом премии «Большая книга» в 2018 году. Этот роман – яркий эксперимент Дмитрия Быкова. Три самостоятельные истории, три разных жанра. Трагикомедия, в которой попадает поэт-студент, драма советского журналиста и таинственная сказка о безумном ученом. Но что объединяет эти истории? 20 век, предчувствие войны и судьбу людей в их столкновении с эпохой. Какие перипетии произойдут с этими героями, вы сможете узнать, только прочитав эту книгу. А найдете вы ее в центре чтения Дворца книги. А вы читали Быкова? Делитесь в комментариях.